Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Эхо дня». В студии для вас работает Антон Бабкин. Коротко о главном. На ремонт квартир для погорельцев из поселка Бурхала по поручению губернатора выделен 1 миллион рублей. АСКОЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии – прочно входит в дома жителей Палатки. Капелла имени Евгения Алхимова отметила полувековой юбилей. Пожалуй, нет в Магадане человека, незнакомого с творчеством прославленной капеллы имени Евгения Алхимова, отметившей в минувшую субботу полувековой юбилей. Аншлаг в Большом зале Муниципального центра культуры явил подлинное отношение магаданцев к своему любимому вокальному коллективу. О том, как прошел праздник капеллы и всех поклонников русской хоровой школы, рассказывает Игорь Дадашев. Первые 50 лет позади. За плечами у магаданской капеллы солидная история, наполненная событиями, успехами, радостью сотворчества. Не раз и не два сменились поколения хористов и главных дирижеров. Кто-то уходил на заслуженный отдых, кто-то уезжал из Магадана навсегда. Но на место выбывших артистов капеллы всякий раз приходила талантливая молодежь, студенты и выпускники нашего училища искусств. И нынешний состав капеллы объединяет как ветеранов, пришедших в хор еще при Евгении Алхимове, так и голосистых новичков. Мастерству нашей капеллы аплодировали зрители во многих городах России и за рубежом. За полвека на посту главного дирижера сменилась целая плеяда талантливых руководителей. Каждый привнес нечто свое особенное, но дольше всех, пожалуй, занимал этот пост Евгений Алхимов, чье имя и получила капелла 11 лет назад. Большой дирижер, большой мастер, большой знаток, но прежде всего классической музыки. Это человек, который имеет блестящее дирижерско-хоровое образование. Начинал он свою хоровую деятельность, будучи мальчиком. Учителя которого остались в истории не только, я думаю, советского хорового искусства, но и известны в мировом масштабе. Поздравить своих взрослых коллег пришли молодые начинающие вокалисты, учащиеся музыкальной и хоровой школы. Буквально шквал аплодисментов сорвал детский хоровой коллектив «Гармония» под управлением Светланы Серенковой. Времена меняются, а вместе с ними и вкусы, пристрастия не только публики, но и самих артистов. Капелла активно и творчески развивается. И уже не только лишь произведения русской академической музыки, но и эстрадные, джазовые тона проскальзывают в ее выступлениях. Заслуга обновленного саунда капеллы принадлежит ее нынешнему руководителю Нине Трушиной, чей вклад был по достоинству оценен в финале празднества. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры города Магадана, активную концертно-просветительскую деятельность, почетное звание почетный работник культуры города Магадана присваивается Трушиной Нине Геннадьевне. Оглядываясь на прошедшие полвека, мы желаем капелле не только творческого долголетия, сохранения и приумножения традиций ее основателей, но и очередных побед на новых конкурсах, новых фестивалей, радостных встреч со своим постоянным слушателем и приобретения новых друзей, новой публики в иных городах и весях, не только в России, но и за рубежом. Игорь Дадашев, Михаил Федоров, Павел Нарышкин. Эхо дня.